Когда узнали, что вам предстоит следующий бой против Рикардо Майорги? Ну, так получилось, что после боя с Аетовичем мы сидели с менеджером, общались там, ну, прямо то, буквально в этот же вечер, да, после боя. Чё, как, какие планы, что дальше. Ну, вот он говорит, ну, вот есть тут вариант, предлагает, там, на телефоне ему ссылку скинули, он показывает это, Майорга. Я что-то посмотрел, я говорю, это кто? Смотрю, ему там 43, что ли, года. Я говорю, да зачем? Не, не буду. И тренер рядом сидит, Андрей. Такой смотрит, да ты что, это Майорга, говорит, с ним, ну, отбоксировать, это очень круто, я Майорга, да. Я, если честно, до этого, как бы, ну, не следил ни за его боями, там, может, слышал, но забыл там про него еще что-то как. То есть первый момент, когда мне сказали, что есть вариант с ним побоксировать, я как-то отнесся к этому не очень. Какой-то неизвестный ветеран, непонятно. Да, да, ну, я его не слышал, не знаю еще, я посмотрел на бокс-рейки, там, страница, сколько ему лет, я говорю, ну, зачем мне это надо, как бы. Ну вот, а потом, когда мне уже показали, объяснили, рассказали, я думаю, да, серьезный человек. Ну, теперь вот там Майоргу наверняка и посмотрели бои, вот какое он впечатление произвел по тем боям? Ну, такой, могу сказать, наглый, дерзкий, драчун, как бы бьет хорошо, дает бить по себе. Вот, я посмотрел, конечно, бои там с Долохой, с Мозли. Все это прикольно, здорово, но я в то же время и посмотрел и его последний бой с мексиканцем, вот буквально, когда он в апреле, в мае тоже боксировал. Вот. Ну и видно, что, конечно, опыт имеется, видит, чувствует, хочет ударить, но не та скорость, не то движение. Ну вот, поэтому, да, это легенда бокса Майорга, но сейчас он, конечно, не в той форме. Но это ни в коем случае не говорит о том, что я там расслаблюсь, да, там или как-то. Это... Человек, там, 32 победы, 26 нокаутов, это о чем-то говорит. То есть, ему даже в таком возрасте удар может вылететь, сделать свое дело. Ну, когда смотрели Майоргу, были ли такие мысли, там, а вот он похож на этого моего соперника, и вот против него надо вот как-то действовать вот так? Ну, то есть, похожие соперники у вас были? Нет, похожих не было, да, мне кажется, Майорга такой, такая личность, что ни на кого не похожа. Да, наверное, даже во всех планах, даже и по поведению. В любом поведении, взвешивании, пресс-конференции и все. Не боитесь с ним кататься вместе на пресс-конференции, выкинет же что-нибудь? Ну, а что значит боитесь? Ну, он по-любому что-нибудь выкинет, это однозначно. Я тоже что-нибудь выкину. Не-не, мне наоборот даже интересно все вот это вот движуха, его шоу такое создает. Мне интересно. Меня никогда не было. Я всегда сам как бы спокойно и уважительно к соперникам отношусь и на вот этих face-to-face, на взвешивание всегда там могу даже и улыбнуться, там руку пожать. Вот. И как бы все соперники, в принципе, такого же поведения были, да, вот на боях с кем боксировал. А это сейчас такой первый типок появится, с которым будет очень интересно. Ну вот, как был объявлен этот бой официально, Майорга уже. Поскольку он Матадор, а вы бык, сказал, что ну, я знаю, как с быками поступать. Ну, образно предложил сделать из вас шашлык. Вам есть что ответить на эту фразу? Ну, во-первых, могу сказать, что прозвище бык придумали как бы мне к этому бою. То есть у меня его не было. Да, я его не знал. И я только из интернета узнал, что там русский бык написали. Я думаю, откуда там это Владимир Хлинов его придумал, там, чтобы сделать коррида в нижнем, вот это да, Матадор, да, да. Это бык, ну вот это все под это подвести. Вот. Я не скажу, что я категорически там против этого. Ну, прозвище, как бы, но я могу сказать, чтобы вы знали, что вот оно вот только появилось, его придумали как бы специально для этого. Ну, посмотрим, может, оно как бы и закрепится за мной, не знаю. В ответ, что ему сказать, ну пусть старается, пусть делает, что удачи ему. Ну вот, я вот понимаю, вы уже сказали о том, что сами не хотели этого поединка, когда узнали, что какой ветеран вам предстоит. Все-таки риски в этом поединке есть. Дело в том, что вот поединок вам абсолютно точно добавит известности, ну, поскольку все-таки это Майорга, многие люди его знают и помнят. Но если вы его победите, то все скажут, что побил ветерана, побил старика. То есть в репутации оно как бы не прибавит. Вот это вот вас не пугает как-то, не напрягает? Как к этому настраиваться? Да не, сейчас же у нас как Потапов, да, Николай вроде боксер. Да. В Америке тоже там молодой парень. Проиграл 42-летнему. Да, 42-летнему, я не помню там фамилию. Амаро Нарваес. В Аргентине они боксировали. Вот. Да, начал неплохо туда-сюда, да, там все эти движения. И в итоге проигрывает бой. Молодой парень 42-летнему, да, там опытному боксеру. Вот, так что, ну, здесь возраст, как сказать, не
ключевые такие моменты, конечно, играет. В моем плане с этим боем известность, там, медийность, да, конечно, в большей степени, конечно, она будет, ну, к Майорге, да, это приковано все эти внимания. Тут, ну, как бы я под него попадаю, под эти. То, что выиграю, скажут, побил ветерана, ну, побил, это же не я его выбрал, мне предложили менеджеры этот бой, я согласился, мне что делать теперь, да, он ветерана, выходить, не бить его. Это его решение, ему платят за эти деньги, это его работа. Но если вышел уже, то получай, что тут поделаешь. Ну, просто мы же помним, как это Денис Лебедев боксировал с Роем Джонсом и Джеймсом Тони, тоже ветераны, заслуженные, известные. Лебедев их обоих победил, но болельщики ему до сих пор припоминают. Я один из этих болельщиков, который смотрел бой, думал, да, блин, ну как, ну зачем? В конце там уже вот эти удары, да, когда там ронял Джонса. Блин, прям так это, негатив такой нарисовался после этого, если честно. Было такое, и долго как бы не следил за карьерой там Дениса, да, что как. Но вот могу сказать то, что сейчас как бы мои симпатии на его стороне, когда, ну, с работы с Фредди Роучем начал, он изменился, начал движение, бокс другой какой-то более интересный. И уже бои смотрел вот так. Уже, ну, там в памяти где-то далеко осталось бой с Рой Джонсом.